Мне надо быть постоянно на одном и том же расстоянии, или можно как-то... Да, ездить? Постоянно на одном и том же расстоянии. Я попробую тебя ловить, короче, фокусом. Но я чувствую, что это будет кемер. Давай, короче, попробуем. Я как раз смотрел недавно видос, где чуваки говорили, что типа локация, в которой снимаете, типа 50% успеха. Если снимаете в крутом месте, то как бы не нужно быть особо скилловым чуваком для этого. А если снимаете в плохом месте, то вам и скиллы не помогут. У меня на стабилизаторе паук поселился. Что этот мужчина, который на этой штуке спросил Аркадия, ну почему ты так одет? Аркадий говорит, типа, ну вот мы снимаем видеоклип. А они... Блин, зачем вы палите опять клипы? Ну, а им все равно на самом деле. Им реально все равно. Потому что мы уже заплатили за вход. Они считают, что вообще началась ядерная война. Крутость и... его в том, что можно даже ждать в любом месте. Слушай, вот бомжи не знают такую историю. Я настроил, короче, пан, теперь он помедленнее. А чем вы покрасили песок? Красками. Я просто, я собираюсь отказаться от нее, потому что я не смотрю Netflix. Да? Вот, но подписка есть на троих. Типа, нужно просто скидываться, чтобы платить. А почему ты не смотришь Netflix? Мне нравятся сериалы. Не знаю, мне лень. Просто по поводу они... О, слушай, вообще выглядит шикарно. Она такая яркая, это оранжевая. Вот и пригодились красочки. Так, Аркадий. Так, надо понять, что это Аркадий. Аркадий решил перекопать. Я хочу копать сердце. Что ты там роешь? Так, ну что ж. Просто я умру. А ты когда шел? И пел. У тебя телефон не было в руке случайно? Не-не. В кармане был. Я просто не обратил внимания. Вот, а я... Ну смотри, вот сейчас их нет еще в кадре. Вот сейчас их нет еще? И сейчас... Вот сейчас они появились. Ага. Вот, вот, короче, вот так их нет в кадре, они могут стоять там. Так их нет там. Не, нет. Так, ну я когда вот так вот я. Так ты же вроде не отсюда, ты же из дырки должен вылезать или нет? Так это мы дойдем сюда. Да. Перехожу эту линию. Перехожу эту. Ну все, значит. Вот, и вы должны появляться вот как бы. Вот здесь вот вы. Перешагиваете железную дорогу и идете за мной. Давайте. Да, давайте, давайте. Давай. Давай еще раз, ты идешь. Да, смотри, чтобы мы как-то влезали. Нормально все. Супер. Вот сейчас. Ой, ребят. Все. Можно снимать это. Ребят, подождите, стойте.
Стойте, стойте, давайте. Залип, сделал какое-нибудь загадочное лицо. Загадочное? Да. Да, кстати. Там все будет трястись, вообще я сниму. Стягивается, да? Ну только говорится, может быть. Ну они. Да. Они не, они же сделали. Они... А баллончиком желтый покрасишь, вообще ну, либо сойдет. Кстати, да. Они это... там какую-то нитку придумали с ребятами. Он как бы держится две половинки. Ну я не знаю, короче. То есть неудобно будет его носить. Ну, давай. Если что понадобится, знаешь, где искать. Хорошо. Аркадий, тебе не нужно? Да, можно на самом деле. Оставишь? Оставь. О, круто, ну все. Блин, что я делаю? Мне надо убирать. Да, я снимаю херню.